Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телеканал «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкорупська. Я рада вас вітати. Як завжди, по понеділках ми вам говоримо «Будьте здорові», говоримо про наше здоров'я. І наш сьогоднішній гість – це Юлія Романівна Твердохліб, заступник головного лікаря Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні. Доброго дня вам. Добрий день, Мариночка. Я рада вас вітати. Як завжди, з лікарями ми говоримо не про дуже приємні речі, але говоримо для того, щоб зберегти наше здоров'я, а сьогодні говоримо для того, щоб зберегти здоров'я, а іноді і життя наших дітей. Тому що лікарня у вас інфекційна, досить багато важких випадків, причому таких, що можна було б їх попередити, якби попередньо завчасно батьки звернулися до лікаря. І сьогодні ми говоримо, шановні глядачі, на тему ротовірусної інфекції. Що це таке, як її лікувати, які її симптоми, і як попередити, розкаже нам Юлія Романівна. Ну, а на своїх екранах ви будете бачити періодично номер телефону до нашої студії. Якщо у вас виникнуть питання, ви можете телефонувати за цим номером, і ми обов'язково вам відповімо на всі ваші питання. Отже, Юлія Романівна, скажіть, будь ласка, що це за така інфекція ротовірусна? Ротовірусна інфекція – це інфекція кишечна, вона поражає желудочно-кишечний тракт, називається ротовірусом. Це РНК, содержащий вірус. Эта инфекция не из-за того, что называется рот, а что передается через рот, как многие. Да, такая назва. Да, есть такое. Ведь слово рот. Ни в коем случае. Рота по латыни – это колесо. И если посмотреть под микроскопом этот вирус, то он выглядит в виде колеса. Из-за этого название как ротовирусная инфекция. Я можу так попередити питання деяких наших жінок, бабусь старшого покоління, які скажуть, а в наш час не було ніяких таких інфекцій. Чи ми просто про них не чули? Просто ротовірусна інфекція, вона виявлена достатньо недавно, всього лише 1973 году австралійськими ученими. Тобто все це було, але, к сожалению, не виявлялось. Ще раз уже ми говоримо за бабушек і за бытові розговори, ви, може бути, слышали, в народе говорят эту инфекцию как кишечный грипп. Но это, конечно же, ни в коем случае не кишечный грипп, потому что грипп, вирус гриппа поражает верхние дыхательные пути, например, там аденовирус. У каждого вируса своя локализация. Аденовирус, там слизистую конъюнктив, например, риновирус, слизистую носа, а ротовирус поражает слизистую тонкого кишечника. И понятие кишечный грипп, конечно, это не совсем правильно, но на уровне коммунальной кухни только мы можем об этом говорить, если так людям проще, но это ни в коем случае не профессионально. Це більше діти хворіють чи дорослі також? К сожалению, эта инфекция больше всего касаемо детей, больше всего поражаются дети. От возраста от 6 до 2 лет практически 100% детей переносят эту инфекцию. Более-менее в легкой или в другой степени формы. Но эта инфекция может болеть и взрослые, но взрослых эта инфекция, учитывая того, что уже иммунитет сформирован, протекает или в бессимптомной форме, или в скрытой форме, или там с минимальными проявлениями, которые как бы расцениваются как просто какие-то пищевые отравления легкой степени тяжести или нарушение пищеварения вот в этом плане. То есть взрослого может минутися само собой, может опомнутися, но если в семье ребенок, то взрослый человек, к сожалению, является источником для ребенка этой инфекции. И через, то есть как он передается, вот этот ротовирус? Ротовирус передается фекально-оральным путем, контактно-бытовым путем, то есть через игрушки, мама, которая инфицирована ротовирусом, она не знает. Но она может там один раз сходить, у нее разжиженный стул будет, жидкий стул, или там вырвать, она подумала, что что-то не то съела. Вот, а на самом деле это у нее скрытая форма, ну, протекает так ротовирусная инфекция. И вот она дает ребенку игрушки, он их облизывает, и там ручки дверные, и все остальное, все вот это контактно-бытовой, вот, путь передачи, плюс еще есть такое понятие воздушно-капельный путь передачи, но это характерно. Некоторые авторы говорят, что это не характерно для ротавируса, некоторые говорят, что характерно, но все-таки, если слюна или сопли попадают на какие-то предметы быта, допустим, в детском саду, и дети все равно контактируют, между собой меняются этими игрушками, они тоже в закрытом коллективе, они быстрее заболевают ротавирусом, так же, как и в семье. Если взрослый носитель, он, естественно, заразит ребенка, потому что ротавирус сохраняется, выделяется, вернее, скалом в течение 3 недель.
Тобто, якщо одна дитина в колективі захворіла, то треба обстежити інших дітей, чи як профілактика? Ну, во-первых, надо изолировать этого ребенка, в любом случае от коллектива. Ну и наблюдать за детьми, которые были в, ну, в этой группе с этим ребенком. Если ребенок не заболел, хорошо. Если проявляется, допустим, видим, что ребенок вялый, потом или рвота, или поднос, то, конечно, уже тогда обращаемся к врачу. Если мы уже заговорили про симптомы, то сейчас до них повернемся. А нашим глядачам нагадую номер нашего телефона 47-63-37. Звертайтеся за цим номером. Если у вас есть питання щодо ротовірусної інфекції, мы обов'язково на них відповімо. Еще хочу, можно добавить, что, в принципе, люди, мамы должны быть насторожены по поводу этой инфекции, потому что, еще раз повторюсь, эта инфекция характерна для детей младенческого возраста, маленького возраста, а это дети, самая такая опасная у нас группа. Это первое. Второе, ежегодно на Земле заболевает до 25 миллионов детей ротовирусной инфекцией. Из них 2,5 миллиона госпитализируются, а 500 000, к сожалению, умирают. И это не зависит от того, или это африканские страны, которые низкий уровень развития, это высокоразвитая страна, например, Северная Америка, там, Америка, Канада. То есть даже смертельно небезопасная Абсолютно, хвороба. Да. Даже в таких высокоразвитых странах, например, в Америке ежегодно от ротовирусной инфекции умирает порядка до 60 тысяч детей. И это не зависит, еще раз говорю, от уровня развития, от цивилизации, настолько развитое общество. Даже если мама будет, самая чистюля, будет... не знаю, там, стерилизовать все, что можно стерилизовать, все равно ребенок раз в жизни до двухлетнего, до трехлетнего возраста перенесет эту ротовирусную инфекцию. Это очень высококонтагиозная инфекция. Повернемся до симптомов цієї хвороби. Отже, что спостерігається? Ну, есть три варианта начала этого заболевания. Если, допустим, маленькие детки младенческого возраста, у них может начинаться как бы вот нетипично. То есть, например, там у ребенка появляется вялость, сонливость, невысокая температура. То есть мы сразу не подумаем, что это ротовирусная инфекция. Потом уже идет рвота и через несколько дней понос, ну то есть диарея. Потом второй вариант. Ребенка может начинаться с катаральных явлений верхних дыхательных путей. То есть фарингит, какие-то першения горла. Вот. И а потом через несколько дней уже идет диарейный синдром, включая рвоту или без рвоты. Но диарейный синдром обязательно присутствует. Ну и, естественно, повышение температуры. Сначала может быть температура катаральное явление, потом через несколько дней рвота, диарейный синдром. А температура якої, до яких показників сягає? Температура может повышаться до высоких цифр. Но мы к этому вернемся уже, вот, когда будем разговаривать о лечении. Вот и третий вариант, как бы самый более классический, начинается у ребенка рвота, температура, через 2-3 дня присоединяется жидкий стул. Характер стула имеет место, потому что при ротовирусной инфекции у детей он водянистый, он обильный, вот такая вот вода выходит. Это может быть желтого, коричневого цвета, но он будет жидкий, это будет впитываться в памперс. Вот, потому что есть стул с прожилками крови, это уже совсем характерно для другой инфекции, более опасные инфекции, бактериальные, которые требуют антибактериальной терапии. То есть кровь – это уже не ротавирус. Ну, от ви назвали зараз ці симптоми, вони дуже схожі на ті, які мами кажуть, ой, в моїй дитини ріжеться наступний зуб, да, да. І оце він температура, на нього пронос, і от зуб вилізе, і все буде добре. Ну, как бы надеяться, що лезе зуб, когда у ребенка диарейний синдром, когда рвота. Надо всегда помнить о том, что маленькие дети очень быстро обезвоживаются. Очень быстро. И поэтому при любом поносе, при любой диарее, при любой рвоте, мама видит, что она не может справиться, в любом случае надо вызывать врача, чтобы врач во всяком случае оценил степень обезвоживания и решил, нужно ли находиться ребенку дома. Он может находиться дома, если у него нет обезвоживания, или этого ребеночка надо срочно в стационар. Или вызывать скорую, чтобы скорая тоже, если видят, что уже высокая степень обезвоживания, естественно, мама уже не справится, и ребеночка надо внутривенно вводить растворы. Кстати, по обезвоживанию. Как можно распознать обезвоживание? Это плач без слез. Это отсутствие потоотделения. Вот ребенок не потеет. Это вот мама должна всегда замечать мочеиспускание. Если ребенок не мочится в течение 3 часов, это уже настораживающий симптом. Это уже идет признаки обезвоживания. Дитина якого віку? Маленькие дети до 5-6 лет. Ну, в основном младенческого возраста.
Вот, поэтому надо на это обращать внимание. То есть, ну, самое главное, это легко определить, отсутствие мочеиспускания в течение 3 часов. Это должно настораживать маму, она должна уже вызывать врача, если она видит, что она сама не справляется. Отже, лікар приїжджає, якщо говорить, що всі Только ознаки... Только врач определяє, да, степень обезвоживання і определяє, нужно ли ребенка госпіталізувати, или... А так на око лікар може визначити, чи це ротовірусна інфекція, чи якась інакша, чи он тільки может, лабораторним шляхом? Он может заподозрить, ну, то есть стул при ротовірусной инфекции, как правило, говорить сам за себя, что вот это ротовірусная инфекция. Ну, то есть, как бы, врачи уже, специалисты редко ошибаются, но, тем не менее, есть тесты, которые подтверждают этот диагноз, и, слава богу, эти тесты делаются очень быстро, они продаются в аптеках, в течение 10-15 минут мы уже будем знать, у ребенка ротовирусная инфекция или не ротовирусная инфекция. Ага. То есть диагностика очень простая. Дуже швидко за допомогою тестів. Да, за допомогою теста. Це що здаються якісь... Кал. Кал. Это кал. Кал берется на анализ, да. Это легко делается. Тест-система, ну, такая вот полосочка. Ну, то есть лаборатория определяется. Иногда мамы даже дома могут сделать этот тест. Потім дитина, якщо це ротовірусна інфекція, дитина обов'язково госпіталізується? Ну, якщо це ротовірусна, во-первых, мама визиває врача, да, і врач определяє. Якщо він говорить, якщо немає степені, якщо легка степень обезвоження, або немає обезвоження, і врач бере на себе відповідальність, мама відпаює дитину, дитина п'є, мама, врач бачить, що мама може справитися, то, конечно, ребенок при легкой степени оставляется дома. Но чем же выпаивать ребенка? Естественно, необычной водой. Поить ребенка. То есть первое, еще раз хочу сказать, если мы заговорили о лечении, то лечения как бы специфической терапии нет. Ротовирусная инфекция лечится симптомы. Прежде всего, это надо бороться с обезвоживанием или не допустить обезвоживания. А что для этого надо делать? Для этого надо выпаивать. Это называется пероральная регидратация. Пероральная – это что? Это через рот. А регидратация – это восполнение недостающей жидкости. Так? Угу. Есть специальные растворы для пероральной регидратации. Ну, это солевые растворы, которые продаются в аптеках. Специально сбалансированы по электролитному составу. Регидрон, ионика, хуманоэлектролит. Их много сейчас на рынке. И сколько их потребно пить, этих? Розчинів. Зараз я скажу. Значит, но если, допустим, мы находимся на даче, или в ночное время, у нас нет возможности в аптеку пойти, но, к сожалению, бывают такие ситуации, у нас и денег нет, чтобы сходить в аптеку, купить эти растворы. Хотя, если в семье маленький ребенок, обязательно в аптечке должны быть эти растворы для пероральной регидратации, обязательно. Вот, то мы можем сделать сами такой раствор. Этот раствор делается легко. На литр теплой воды добавляется 2 стакана сахара, 1 чайная ложка соды, 1 чайная... 2 стакана? Ой, извините, 2 ложки сахара, я оговорилась. 1 чайная ложка Бо соды. Бо зараз мы тут все наколотимо. 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли и 1 чайная ложка соды на литр воды. И обязательно температура этого питья должна соответствовать температуре ребенка. Потому что тогда раствор быстро всасывается и быстро наступает эффект. То есть, если в дитине температура 38, да, то напій має бути такого самого. Да. Еще раз повторим. На литр воды 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка соды. Этот раствор, кстати, вот для выпаяния мамы спрашивают часто, можно ли компот из сухофруктов. Вот ребенок не пьет ни магазинный солевой раствор, ни тот, что я дома приготовила. Ну, все индивидуально. Некоторые детки, наоборот, магазинные не пьют, а дома сделанные мамы пьют. Или наоборот. А можно вот компот из сухофруктов? Он сладенький? Да, можно. Но сколько ребенок выпьет, он сразу же пойдет на горшок, это все выльет. Потому что это просто обычный изотонический раствор. Поэтому компот из сухофруктов можно делать той же пропорции. На литр компота 2 столовые ложки сахара, чайная ложка соли, чайная ложка соды. То есть додавать это в компот? Додавать. Или второй вариант компота. Можно делать компот с рисом варить, и тогда рис будет выделять эту клейковину. Это тоже будет как бы вот связывающий такой эффект. Ну, рис, он вяжет взагалі, конечно, так? Да. То, что нам надо для лечения, для остановки нашей диареи. Вот. Или компот, не компот делать, а в виде киселя с добавлением крахмала. Это то же самое.
Ну, а скільки ж треба по кількості випивати об'єм, так? Об'єм, ну, ми випаюємо дрібно ребенка, где-то 50 мл в течение получаса ми должны випаять і смотреть на діурез. Якщо ребенок мочиться хорошо, то, в принципі, цього об'єму достатньо. 50 мл, так? За полчаса. А то, як на мене, то я собі уявляю, відпаювати це треба вливати півлітрами або літрами в дитину. Конечно. І, звісно, що не одна дитина не захоче стільки пити. Понемножечко, дробно, даже ми рекомендуємо мамам, мамы обучены, со шприца выпаивать, особенно деток маленьких, младенческого возраста, ну, без иголки, конечно, вот, по чуть-чуть поить, поить и поить ребенка. Что касаемо еды, опять-таки, что такое ротавирусная инфекция? Она поражает слизистую тонкого кишечника, естественно, снижается ферментативная активность всех ферментов, которые вырабатываются в слизистой кишечнике, энтероцитами, ну, это как бы клетки кишечника. В том числе и снижается резко, в чем характерность ротавирусной инфекции, снижается резко активность фермента лактазы. Лактаза, она расщепляет белок молочный, лактозу, до глюкозы и галактозы. И потом глюкоза и галактоза, то, что нужно для энергии для ребенка. Тогда они, глюкоза и галактоза, в таком виде всасываются слизистой тонкого. Если при ротавирусной это как бы фермента нет, лактоза в неизмененном виде проходит толстый кишечник, и там она же, конечно, это молочный сахар, это молоко для бактерий, это самое счастье. И они начинают размножаться, начинается вот это метеоризм, вздутие, а чем больше вздувается кишечник, повышается давление, и еще более усиливается диарейный синдром, то есть получается такой замкнутый круг. Вот, поэтому обязательно рекомендуется безмолочная диета. Сразу же предупреждаю эти вопросы, допустим, а вот мама кормит грудью. Так. Что же делать? Бросать нельзя. Нет, есть два варианта. Или на время убрать грудное вскармливание и перейти на безмолочные, низколактозные, ну как бы низколактозные, сумеши безлактозные такие. Смеси, да. Или соевые смеси. Или если мама вообще категорически не хочет, есть такие мамы, да, прекращать грудное вскармливание, то есть специальные препараты, слава богу, называется он мамалак, который содержит вот этот фермент лактазу. И эта лактаза уже расщепляет, да, додавать сам фермент, и она уже расщепляет белок лактозу грудного молока до глюкозы и галактозы, и ребеночек спокойно себе тим самим допомагаючи кормиться грудным молоком, чтобы не травмировать мамину психику. Вот. Плюс безмолочные каши обязательно на период заболевания. Ну, кстати, мы не поговорили, инкубационный период очень короткий. Вот ребенок заразился 1-2 дня, ну максимум 5. И потом начинается клиника. Вот. Само заболевание протекает, в принципе, быстро, от 5 до 7 дней. Но период реабилитации, период восстановления. А что такое период восстановления? Это восстановление выработки самого этого фермента. То есть пока заживает эта слизистая кишечника, уходит воспалительный процесс, восстанавливается функция выработки этого фермента. Это примерно в течение 2 недель. Поэтому примерно в течение 2 недель после выздоровления, такого, ну как бы мнительного выздоровления, обязательно надо еще соблюдать. После того, как острые симптомы прошли, минулось, когда мама видит, что ребенку хорошо. Все, кстати, можно давать все подряд. Да, и, к сожалению, мы видим в своем стационаре, вот чуть полегчало, откапали, или ребенок начал кушать, отпоились. Все, мы уже уходим домой, мы уже прекрасно себя чувствуем, мы уже тут лежать не хотим, никаких результатов посева мы не хотим ждать, нам уже все хорошо. Приезжаем домой, а дома встречает нас кто? Бабушка, боже, мой любимый внучок. Пирожечки в напекла. Два дня не ел, не голодна пил. Голодна дитина. Да, и опять начинаю загодовувати. Так, и начинается опять и молочные продукты, все остальное, и опять начинается вторая, естественно, вторая волна. Что там волна. Будет від тої запеканочки, ради бога, там трошечки. У нас же вот. Домашнего сырочку, к сожалению, выпечено. Они опять приезжают, и это в 90% случаев это так и происходит. Вот, поэтому обязательно. Поновлюється інфекція, чи просто що розлад такий? Нет, просто розлад вот такий? Лактази нету, и поэтому вот этот белок молочный расщепляется, и это получается, то есть идут уже признаки вторичной лактазной недостаточности, которые сопровождаются метеоризмом, диарейным синдромом, ну, то есть как бы вот ротавирусная инфекция, как бы думаем, что она идет на второй волне. Вот, и поэтому самое главное, после, как ребенку стало хорошо, не надо расслабляться, то есть надо приготовиться, что в течение 2 недель мы еще должны соблюдать безмолочную диету обязательно. Но потом по истечении 2, ну максимум 3 недель, уже ни в коем случае мы не имеем, как бы, не надо нам соблюдать эту диету. То есть полностью кишечник восстановился, и ребенок может переходить на обычный режим питания. Ну, вот. Обычный, дитячий. Дитячий, конечно, так. Соответственно его возрасту, это однозначно. Что касаемо кисломолочных продуктов, вот когда ребенку стало хорошо,
Можно в небольшом количестве, только обезжиренный творог, кефирчик можно, йогурт, ну то, что ребенок любит из кисломолочных продуктов. Это наоборот хорошо, это восстанавливает микрофлору. Вот, это, конечно, можно. А взагалі, от що входить до цієї дієти, крім того, що ми виключаємо молочне, трішечки кисломолочного, що порадити для того, конечно, щоб углеводи, то для сири, того, щоб кишечник да, да, да. нас углеводи, відновився. Исключить сири, овощі, фрукти, яблуки, тільки печені, банани печені. Вот, все в отварном тушеном виде. В период заболевания исключить, конечно, мясные продукты. Вот, потом мы не добавляем нежирные сорта мяса, такие диетические, индейку, кролика, ну, как я рекомендую, дешатину, кровятину, говядину, телятину. Вот. Можно твердый сыр, если ребенок ест. Ну, соответственно, если того возраста, когда уже можно твердый коли сыр. Можно его да. есть. Ну, вот так. І потім, коли вже ми повністю пройшло 2-3 тижні, то можна вважати, що дитина здорова, да, так? Так, потихонечку ми її підготовлюємо, розширяємо раціон питання, вот, і переводимо потім на звичайний режим питання. Ну, надо не забывать, что ротавирус имеет 5 серотипов, кстати, если говорить еще раз о нем, почему я об этом говорю, потому что дебют заболевания в основном идет у детей от полугода до 2 лет, и, к сожалению, это самое первое течение заболевания, оно самое тяжелое. Но потом ребенок нету стойкого иммунитета. Ребенок может заболевать, ну, как бы каждый год болеть до 5-6 летнего возраста, ну, пока у него формируется иммунитет, потому что 5 серотипов, и они постоянно могут заболевать новым видом. Угу. Тобто как грипп, так? Как грипп, декілька да, видів, да, как грипп, грипп, только это, что касаемо, поражает кишечник. Коли до вас потрапляють в інфекційну лікарню, так би попереджаючи питання деяких глядачів, коли потрапляє дитина на лікування до інфекційної лікарні, багато хто з матусь, бабусь особливо починають говорити, от що ще не поставили діагноз, що в нашої дитини, а вже і капають щось, і антибіотики якісь назначають. Чому така інтенсивна терапія потрібна для того, щоб позбавитися? Ну, почнемо з того, що якщо ребенок вже приїхав в стаціонар, значить вже у нього течіння заболівання або середньотяжеле, або тяжеле. Что потребуем медикаментозного лечения. Это первое. Второе. Мы поговорили за ротавирус. Его можно даже на приемном покое быстро определить. В течение 10, пока ребенок оформляется, мы уже можем сделать тест и определить, есть ли у ребенка ротавирус или нет. И еще такой нюанс, что у маленьких детей очень редко мы видим в чистом виде ротавирусную инфекцию. Ну, я имею в виду ту категорию, которую мы сейчас обсуждаем. Как правило, эта инфекция сопровождается еще одной какой-то инфекцией. Это наслоение другой бактериальной кишечной инфекции. Это или шерихиаколи, или сальмонелла, или дизентерия. То есть та инфекция, которая потребует антибактериальной терапии. Ну и пока мы будем ждать этих посевов, что у нас высеется, или шерихиаколи, или сальмонелла, не дай бог, там еще какая-то другая, естественно, мы не будем ждать, пока что, ну, что ребенок будет ухудшаться. В любом случае мы будем принимать меры и лечить посимптомно, клинически, и если, допустим, ребенок. А еще, кстати, момент. Мамы ж не приезжают в первые 3 часа дня заболевания, понимаете? Не. Они тянут до последнего. Ребенок обезвожен. Ребенок уже, ну все, куда уже тут? Тут надо уже интенсивная терапия, включая инфузионную терапию, ну, конечно же, в том числе антибактериальную. Потому что ребенок болеет, как правило, приезжает, ребенок болеет уже более 3 дней, а то и более 5 дней. Спочатку чекали, кстати, поки зубик вилізе, потім чекали, поки животик пройде, а потім лікарю не казали, що у нас пронос дня 2. И, к сожалению, бывают такие случаи, когда дети поступают в реанимационное отделение в степени крайней обезвоженности, с судорогами, и такое тоже бывает. То есть мамы ждут, а вот ацетон мы лечили. Кстати, очень часто при ротавирусной еще идет нарушение в этом плане, то есть ацетонурический синдром. Вот мы лечили ацетон, да, лечили до крайней степени обезвоженности, у ребенка уже появились судороги, и не судорогами уже везут. То есть это очень, почему я всегда призываю, вызывайте врача, не лечите сами. Вот у нас был ацетон, и мы опять его лечим, мы справимся. Не нравится вам, рвет ребенок, поносит ребенок, вы не можете в течение суток справиться, вызывайте врача. Только врач определяет степень обезвоживания, потому что это очень опасно. Кстати, и высокая лихорадка.
и обезвоживание. Это все приводит к сгущению крови. И при ротавирусной инфекции нарушается функция легких, и за 2-3 дня может сформироваться, мы это нередко видим, воспаление легких. То есть сгущается кровь, нарушается функция легких, и все. Хороший как бы, материал для воспалительных процессов, для других бактерий патогенных. Але сподіваюся, що до цього в наших глядачів не буде доходити, що все-таки наші глядачки, матусі турботливі, які да. почують свою дитину і перш ніж приймати рішення за дитину, звернуться до лікаря. Дякую да. вам. І починати випаювати. Ну, сразу, саме перше, поїть і поїть. Що касаємо профілактики, ще я хочу сказати, вже так, заключительний акорд. Є специфічна профілактика і неспецифічна. Ну, неспецифічна – це, опять-таки, це соблюдення всіх гігієнічних норм. Мытье рук, обработка игрушек, ну то, что мамы должны и обязаны делать, они прекрасно это все знают и соблюдают. А специфическая профилактика заключается в вакцинации. Более 70 стран в мире уже включили в национальный календарь прививку от ротавируса. Их всего две. Ротарикс, там, ну, у нас зарегистрирован Ротарикс. Вот. Она у нас есть в Николаеве, она доступна по цене, она продается. Прививать детей от ротавируса можно от возраста от 2 месяцев до 6 месяцев. Угу. Более 6 месяцев уже нет смысла. Всего, ну, родители обожают эту вакцину в том плане, что она дается через ротик. Это не инъекционная, это капельки. И два приема через месяц один, потом через месяц второй, и как бы это нам говорит о том, что мы, если ребенок заболеет, то он не будет иметь тяжелых форм этого заболевания. Иммунитет до 3 лет сохраняется, то есть самый опасный период. Дякую вам за надану інформацію. Сподіваюся, що нас почули і наші діти будуть здорові. А з нами сьогодні була Юлія Твердохліб, заступник головного лікаря Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні. До побачення, до наступного понеділка.